Чувашии идет подготовка ко Дню Республики. Главными площадками празднования в этом году станут Чебоксары и Шумерлинский район. Там к июню должны обустроить Парк Победы, отремонтировать дороги и установить детские площадки. Наша съемочная группа выехала на место и оценила ход подготовительных работ. Главной площадкой празднования Дня Республики в Шумерлинском районе выбрано село Туваны. В самом центре села будут проведены масштабные работы. Благоустроен сквер Победы, отремонтированы дороги, обустроены тротуары. Площадка будет разделена по направлениям. Выставка мастеров, дворики сельских поселений, торговые ряды, сцена для выступлений. Грант был выделен республикой. Мы, кроме этого, еще 10 объектов реализовываем. Мы с вами вот были в деревне Шумерли. Там 4 объекта. Также такие объекты в основном они идут на ремонт парковых территорий, посвященных воинам, участникам Великой Отечественной войны. Такой же парк ремонтируется в Юманайском сельском поселении, в Тарханском сельском поселении. Работы в Тарханах завершены. Здесь у нас 2 площадки, мы уже видим, тоже будут отремонтированы. Кроме этого всего, нам республика выделила большие средства, более 60 миллионов, за счет дорожного фонда, на обустройство наших, как я называю, межпоселенческих дорог. Из 10 миллионов выделенного гранта более 5 миллионов пойдут на благоустройство деревни Шумерля. На эти средства проведут модернизацию уличного освещения, установят детскую площадку на территории школы, обустроят Парк Победы. Здесь будет располагаться, значит, на площади 230 квадратов брусчатка двухцветная. Будут установлены 2 монумента. С левой стороны монумент павшим воинам, с правой стороны труженикам тыла и строителям Сурского рубежа. Также будет проведено озеленение, цветники, освещение, лавочки, урны, кованое ограждение уже готово. Сейчас планируем произвести его установку. Параллельно идет подготовка к торжеству. В День Республики на главной сцене выступят творческие коллективы, известные артисты и музыканты, гости из соседних республик. Планируется, что в дальнейшем площадка в центре села Туваны станет культурным центром для жителей района. Здесь будут проводить фестиваль «Истоки Цивиля», День кино и другие мероприятия. Все работы по благоустройству должны завершиться к празднику 24 июня. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика.